Всем здравствуйте! Высоцкий Владимир Семенович. Я однажды гулял по столице и двух прохожих случайно зашиб. И, попавши за это в милицию, я увидел ее и погиб. И я не знаю, что там она делала. Видно, паспорт пришла получать. Молодая, красивая, белая. И решил я ее разыскать. Шел за ней и запомнил парадное. Что сказать ей? Ведь я ж хулиган. Выпил я и позвал ненаглядную в привокзальный один ресторан. Ну, а ей улыбались прохожие. Мне хоть просто кричи, караул. Одному человеку по роже я дал за то, что он ей подморгнул. Я икрою ей булки намазывал. Деньги прямо рекою текли. Я ж такие песни заказывал, а в конце заказал журавли. Обещание я ей до утра давал, повторял что-то вновь ей и вновь. Я ж 5 дней никого не обкрадывал, моя с первого взгляда любовь. Говорил я, что жизнь потеряна, я сморкался и плакал в кашне. А она мне сказала, я верю вам, и отдам все по сходной цене. И я ударил ее, птицу белую, закипела горячая кровь. Понял я, что в милиции делала моя с первого взгляда любовь. Всем до новых встреч!